Приветище! Это Immortal Phoenix Rising, и мы продолжаем прохождение наших мифически божественных приключений. Под прошлыми сериями в комментариях написали, что я создал девочку из Шрека, Фиону. Ну не знаю, на Фиону она, по-моему, не похожа. А может и похожа. Кому как, в общем. И помимо этого, у нас еще украли наручи Геракла. Если ты не видел, как это произошло, то обязательно посмотри. Что ж, нам нужно выбираться с этого здания. Тут у нас все заблокировано. О, смотри, там человек стоит. Он живой или это статуя? Непонятно. Тут у нас есть вот такие вот огоньки синие. Вот это можно разбить? О, можно разбивать, круто. Круто. Там у нас тоже есть значок замка. Вот тут тоже что-то заблокировано. Помимо всего этого есть вот такие вот штуки. Давай встанем на них. Пустите стрелу через огонь, чтобы поджечь ее и зажигать огненные чаши. Используйте стрелу Аполлона, чтобы попасть в цель наверняка. О. Что за вздор? Кто до этого додумался? Уличный акробат или фокусник? Не знаю. Разве смертные не чудо? Блин, а как зажечь-то? Я что-то стреляю, не зажигается. Давай посильнее натянем тетиву. Получилось, нет? Нифига не получается. Странно как-то. О, получилось! Отлично! Мы зажгли. Еще один огонек, двери вроде бы открылись. Но мы можем еще что-то сделать здесь. Но для этого... Ага, веса не хватает. Для этого нам, скорее всего, понадобится наручи Геракла. Но поскольку у нас их нет, сдвинуть этот куб мы не сможем. Печально. Печаль, пойдем отсюда. Бежим скорее сюда, посмотрим, что там за чувак. О, это старикан. Выйди вперед на свет. Тайны, которые мне известны, бесчетны, точно рассыпанные по полу песчинки. Что ты хочешь узнать? О, оракул! Как снять проклятие и вернуть обращенным в камень прежний облик? Какой серьезный вопрос. Я не знаю. Это тайна. А как мне вернуть украденные наручи? А, это тоже тайна? Да, вот зачем я здесь. У оракула. Ага, ну, вообще-то я простой жрец. Оракул обратился в камень. Но здесь такой дым, не описать. Как думаешь, рассвет так называется, потому что раз и свет? Ты видел юношу с золотыми волосами? Нет? Пойду я, пожалуй. Что смешного? Ты сказал, подую. Вот умора. Я не могу спасти обращенного в камень брата. Меня обокрал тот, кому я помогла. А ты сидишь и смеешься? Хо-хо, все так и есть. А ты не оракул? О-хо, как пойдешь? Принеси мне поесть. Я так оголодал! Отец твой не тот, кто с детства тебя взрастил. Спеши к горе, где сияет рек венец и троны сил. Чудовище рыщет, за пороки богов стыдит. Но и в душе героя тоже порог сокрыт. От крылатого вестника, помощь приняв, спеши превращением вернуть им их нрав. Жемчуг в море, и в горных огни, и мудрость дитя, герой, умом блесни. Старший Фетиды плод отца превзойдет, небесный герой, время вернуться домой. Это же пророчество. Про что? Пророчество? Это же почти творчество, да?
Но разве я творец? Стой! Вор! Вот, забирай свои наручи. Они тебе еще пригодятся. Идем со мной. Нет. Слушай, прости, что я их украл. Со мной такое бывает. Дурная привычка. Ну что, мир? Ничего подобного. Я искал дар для Оракула. А тебя я тогда не знал. И почему-то не взлюбил. Но теперь это не важно. Ну, пойдем же. Мое лицо? Времени мало. Он скоро будет здесь. Кто? Тут есть кое-что, что поможет сбежать на большой остров. Где же эти крылья? Эти? И кто тут вор? Не радуйся, на них пока нельзя летать. Нужно найти другую часть. Что значит летать? Тихо. Еще нам нужен украденный у Иола сосуд. Он что, там? Я пока все подготовлю. Принеси мне сосуд на вершину небесной башни. Я не понимаю. Ты в опасности. Позволь помочь. Ладно, но ты ведь говорил раньше... И исчез. Так, теперь хорошо бы понять, как через это пройти. Ну вот, мы снова очутились здесь, а пророк, по-моему, вначале обнюхался дыма. Ну явно же. А потом, когда в него вселился кто-то, ну он прям какими-то загадками свое пророчество произнес. В общем, неважно. Сейчас нам нужно взять и вот эту вот штуку положить. Так, не понял. Почему мои наручи не работают? А, во-во! Все заработало. Камень на месте. Активируем вот эту штуку. И кажется, я могу теперь сюда запрыгнуть. Ну что, полетели вниз? Ю-ху! Переход. Одноглазый великан. Непреодолимым. Свет бесчисленных звезд вел Феникс вперед. Так. Тяжесть какую-то сюда надо положить. Давай активируем вот эту штуку. Ого. Слушай, у меня со здоровьем проблема, надо что-нибудь сожрать. Как насчет гранатика? Отлично. Ну чё, теперь, значит, переносим вот эти глыбы сюда. Получается, что нам не хватает еще двух весов. Надеюсь, камня хватит. Попробуем. Да, камня хватило, отлично. Просто вес куба и камня, они разные. Угу. Что ж нужно? Какой-то сосуд нам нужно достать, да? Или про что они там говорили? Какую-то вещь, которая позволит крыльям летать. Похоже, ящики тоже умирают. Как ящики могут умирать? Это же железо и дерево. Четко. А, смотри-ка, вес не соответствует. Так, надо бы поменять. А, ну да, тут же перо вон, смотри, нарисовано. Можно я просто перенесу вот этот куб? Нет, нельзя, его только двигать можно. Видимо, слишком тяжелый. Хотя, какая разница, тяжелый он или нет? Я могу все поднять. Вот, сработало. А вот этот поднять можно, смотри. Видимо, это заколдованные ящики. И их при помощи наруч поднять нельзя. Все, ясно. Активировали чекпоинт. О, смотри, давай попробуем упасть сюда и схватиться. Нет, схватиться нельзя, короче, за эти деревяшки. Ну, теперь мы знаем, что это, по крайней мере. И знаем, что за деревяшки схватиться нельзя. Ладно, мы проверим. Здорово, ребят. Ага, вы думаете, я попадусь вам? А у меня есть лук. Что-то как-то слабенько лук стреляет. О-о-о, подкат! Черт возьми! Убегаем. На тебе!
Так, а как насчет стрел крутых? Прямо... Ой, не получилось. Прямо хотел в голову попасть. Да что ж такое-то, промахнулся опять. Интересно, долго стрела может летать? В себя я попадать не хочу. О-хо-хо-хо! Вот это облет. Да блин. Есть. Один готов. Да как это так? Все. Тебе удалось больше, чем многим. Скоро я выйду тебе навстречу. Давай, выходи один на один. А то ты задолбал сидеть там. За кадром. О, еще один чекпоинт. А это что такое? Это тот самый сосуд, нет? Исцеление. Но у меня полное здоровье, зачем мне исцеляться? Что у нас здесь? Скидывайте прибу... О, как далеко-то. Как далеко-то. Ага. Значит, встаем на платформу. И при помощи нарыч притягиваем коробочки. Ставим сюда. Все, все, все. Успею! Как раз... Да как? Да что ж? Я ж зацепился! Спасибо, спасибо, что выплюнули меня сюда. Сейчас я все-таки попробую добраться до сундука. Сперва, первым делом. Первым делом сундуки. Вот, вот тот момент, момент. Главное не профукать. Есть. Теперь сюда. В какой-то момент мне казалось, что крылья меня не доставят в нужное место. Мол, не хватит мощи им. Ух ты! Новое снаряжение, шлем нового олимпийца. Так, так, так. Давай-ка посмотрим, что там у нас есть. Где этот шлем олимпийца? Ух ты! Плюс 10 к урону от топора и к оглушению топора. Но чтобы раскрыть оглушение топора, нужно прокачать этот шлем. Ну чё, прикольно, по-моему. Меню снаряжения. В меню снаряжения вы найдете оружие, доспехи, питомцев и предметы Феникс. Понятно. Но шлем у меня, конечно, уже зачетный. Четко выгляжу. По воинственному. Оп, тихо. Главное не свалиться. А то я не хочу опять падать в бездну. Блин, прикольно. Тут все-таки красиво. Такое ощущение, как будто ты в каком-то космосе находишься. Ну, что у нас здесь? Показывайте. О, шарик. Прям как в Зельде. Похож очень. Тут что? И здесь шарик. Странно. И что с ними делать? А, вон, смотри, я вижу. Я вижу, я вижу, я вижу. Значит, берем и катим его вот сюда. А что-то он и не катится за мной. Катись сюда! Выносливость кончается. Шарик. Иди сюда. Сейчас попробуем еще разок. Чем дольше я его держу, тем быстрее у меня выносливость кончается. Черт, еще чуть-чуть осталось. Все, есть попадание. Есть попадание. Что-то засветилось. Кристаллы вот засветились. Теперь твоя очередь. Куда тебя тащить? А его вот сюда надо. Можно тебя на ручки взять? Обломись. Катить его только надо. Опс, застряли. Все, развернули этот шарик. И сейчас его туда заткнем. Готово. Давайте мои платформы гоните. Не так близко к нашему сосуду. Ну, в данный момент к вратам, за которыми, я уверен, спрятан сосуд. Что это? Это что? Активировать? Путешествуя по царству мертвых, Феникс не могла не думать о матери с отцом. Как они там, в Аргусе? Удалось ли им уцелеть? И Феникс, скучно. Конечно... Появилось чудовище! Фига себе чудовище, это же циклоп! Гигантское! Но Феникс лишь рассмеялась. Ну и смех. Иди к мамочке! Нет! Ты что, хочешь потанцевать? О, вот ведь милаха!
Миленькое, игривое чудовище. Вот что ей нужно было, чтобы отвлечься от забот. И в глубине ее большого, ранимого сердца будет теплиться благодарность олимпийцам за этот дар. Ладно, будь по-твоему, только без соплей. Феникс приготовилась к схватке. Чудовище напало. Блин, он был такой няшный, когда маленький. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я прям в него подбежал. Ладно, поиграть хочешь? Давай поиграем. Получай! Получай по шапке! Ну, блин, включицу зарядил. Что, значит, будем метать в друг друга камни, да? А как насчет оружия? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это очень опасно. А если с прыжка и молотом? Уп, блин! Как он ловко меня лапой своей поймал. Надо в голову, надо в голову. О, страйк! Комбо, комбо, комбо! Топором. Почти. Да что ж такое-то, не получается убежать. Гранатиков поедим. Насчет выносливости. Да, мне писали в комментариях, что если я буду есть грибы, то грибы восстановят мне выносливость по-быстренькому. Так, убегаем от него. На спринтах. Смотри, там какая-то груша лежит, исцеляющая. Надо было ее съесть. Вместо моих гранатиков. Блин. А у него что, здоровье восстанавливается, что ли? Ой-ой-ой-ой, зачем я это сделал? Что-то у него здоровье как-то восстановилось. Это не круто. Ой-ой-ой. Камень на камень. Но я в него попал, а он в меня нет. Хо-хо-хо. Да хватай ты уже. Ай, выносливости нет. Сейчас грибы пожрем. Еще раз давай кинем. Блин, да почему ты промахнулась? Все, добивающий. Я уже близко, дитя. Нам есть о чем поговорить. Ага, конечно, есть. Кем или чем бы ты ни был, я тебя не боюсь. Понял, толстый. А вон и сосуд, кстати, лежит. Сейчас мы доберемся до него. Так, насчет грибочков. Ну, в принципе, сейчас-то их есть незачем. У меня выносливость в порядке. Сейчас мы израсходуем выносливость. Вот, израсходовали, едим грибы. Ну да, правда. Грибы восстанавливают выносливость. А вот он и сосуд. Ого. Когда вор говорил о сосуде Иола, я думала, бог ветров нарисован снаружи, а не заперт внутри. Неужто там внутри ветер? Это невозможно. Блин, у нее повадки пацанские такие. Надо было пацана все-таки делать. Ну чё? Пойдем забирать молнию Зевса. Еще одна. Теперь выносливости у нас в 3 раза больше. А где каска? Чё ты каску сняла? Это же небезопасно, молнию хватать без каски. Во! Снова в шлеме, отлично. Проход запечатался. Ну что, пойдем отсюда. Так, куда нам теперь нужно? Получите фрагмент крыльев, пройдя испытание созвездия в небесной башне. Я разве не прошел? Это не небесная башня была? Вроде небес... А, нет. Небесная башня дальше. О, гранатики. Пожрать можно. Сосудов ничего нет, надеюсь. Ну что, насчет арфы. Помнишь, мы находили арфу? Я так и не понял. Где еще одна арфа большая может находиться? Короче, в поисках арфы я набрел на тайник. Смотри, здесь запечатанный сундук. И чтобы его распечатать, нам нужно решить головоломку. Здесь стоят бараны. Видишь, их тут несколько штук. Но двух нету. Их нужно найти и вернуть сюда. И тогда сундук откроется. Ну, первый баран, он вот здесь. Как бы это легко. Сейчас мы его вернем. Готово. И еще один где-то должен быть рядышком. А вот он, собственно. Все рядышком.
Надеюсь, в сундуке будет какое-нибудь оружие или еще что-нибудь. Прям очень хочется верить в это. Что там, что там, что там? О, новое снаряжение. Грива гордости. Давай посмотрим. Грива гордости, это круто. Так, вот она. 150 к урону невредимым врагам. Это как так, невредимым? Бессмертным, что ли? Ну, что скажешь? Что лучше, шлем или вот эта львиная голова? Пиши в комментариях. А пока я побегу с ней. Бродил я, значит, здесь бродил. И смотри, какую постройку нашел. Еще один храм. И компас показывает значок мелодии внутри этого храма. Возможно, там находится большая арфа. То, что мы искали. Ну что, пойдем пробираться внутрь. Так, снизу вижу кнопку. Вон ту кнопку надо нажать. Вон она, эта кнопочка. Там есть гранатики, подушечки. И вон проход, смотри, запечатан. Так, зачем я это поставил? В общем, еще тут есть балкончик, на котором лежит кубик. Возможно, он нам поможет. Смогу достать? Нет, не смогу. Придется залазить на крышу. Блин, тут такой балкончик, что можно и свалиться нафиг с него. Давай, падай, падай. Вот. Значит, берем куб и падаем вместе с ним. Ой, плохая была идея. Поставим его сейчас сюда и, надеюсь, все прокатит. Ну-ка. Ну, скорее всего, что-то открылось. Да, точно открылось. А значок мелодии пропал на компасе. О, вниз можно спуститься, смотри. Черт, куда это я попал вообще? Ох, ёк-макарёк. Ну давай занырнем. Че у нас тут? Куда вообще идти-то надо? Нифига не видно. Но я плаваю внутри. Всплываем. Что-то еще активировали. Скорее всего, мы врата открыли. А, вот. Вот эти врата мы открыли. Проходы внутрь. Может быть, мы, нажав на этот кристалл, еще и параллельно открыли главные врата? Пойдем посмотрим. Нет, они еще запечатаны. О, здесь... А нет, здесь еще закрыто. Короче, нам нужно активировать 4 кристалла, чтобы войти внутрь. Тут камни лежат. Для чего камни? Он смотрит наверх. Но для чего? Может, снести что-то нужно? А, вон, смотри. Вот сюда надо кинуть. Есть попадание. Походу, туда надо стрелой попасть. Давай попробуем. Может, получится. А, точно. Стрела нужна была. Здорово, теперь их 3. Получается, что этот кристалл тоже как-то можно достать. С этой стороны. Просто туда надо как-то добраться. Блин, ну я вообще не знаю, как открыть вот эти врата последние. Смотри, там есть статуя. Кто это? Женщина с водой и с чашкой стоит. Опа! Опа! Вот чаша, я вижу, во-первых. А во-вторых, тут проходик какой-то, смотри. Что это такое? Куда это нас привело? Блин, прикольно, столько всяких тайных мест. Туда можно спрыгнуть. Давай спрыгнем. Я за решеткой. А вот тут сразу куб еще. Его скидываем. И он что-то открыл нам. Может быть, ту дверь последнюю? Надеюсь, что это будет дверь. Нет, не дверь. Что-то внутри он открыл. Погоди, а тут что такое? Наверху. Это же чаша с огнем. Подожди. Походу, ее поджечь нужно. Сейчас попробуем, значит. Надо в чашу попасть. Есть! И что, и что, и что? Открылось? Открылось? Да, кажется, открылось. Еее! Мы достали, мы достали. Все, активируем последний кристалл и идем внутрь. Идем внутрь забирать наши подарочки, арфу и все остальное. Да, открылось. Но тут у нас стоит вот этот бугай. Нужно к нему как-то подкрасться и оглушить и убить. Черт, главное, чтобы он не повернулся. Ой, спалились. Спалились. Черт возьми, ты чего натворил? Кого ты призвал? Ладно, сейчас будем разбираться потихонечку. Ой,
пробили щит. Получится ушатать его сейчас. Там, кстати, еще стражники у входа подбежали. Готов, разлетелся. Ребята, заходите, не стесняйтесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай, один на один остались. Парируем. Есть попадание. Как бы твой щит пробить. Ну вот и все. Со всеми разобрались. Пойдем теперь посмотрим на нашу награду внутри. Первым делом сундуки, конечно, открываем. Вот он, сундучок, что там? Новое снаряжение, шкура пляски. Ну и название, пляски. Типа, сейчас в пляс пущусь, если одену. Где эта броня? Вот она. Что дает? Ух, как она выглядит. Восстанавливает 5% от дел шкалы выносливости при попадании. А, выносливость восстанавливает, это круто. Походим в этой штуке. Пойдем теперь арфу врубим. Тут уже другая мелодия. Блин, а где же большая-то арфа? Фига себе, она сыграла, так сыграла. Я ж не запомню столько. Ну хорошо, пошли отсюда. Значит, продолжаем наши приключения. Если бы Феникс посмотрела наверх, то увидела бы на башне модель небесной сферы. Модель небе... Чего? Ну, она изображает орбиты планет и... Впрочем, забудь. Ну да, да, изображает, он накрутится, вертится. Короче, вот, мы продолжаем сюжетную линию нашу. Небесная башня. Вот мы и прибыли сюда. Тут снова куча всяких головоломок, бесячие эти птицы, которые меня сейчас хотят сожрать. Блин. Ладно, постреляем, значит, в нее опять. Прям в голову хедом. Еще одна стрела следом. Не-не-не-не-не. Стопы. Хедшот. Отлично. Еще одна птица. О, да тут походу их много. Если вы в воздухе, то и я в воздухе. Выкусила, пернатая. Так, а где еще одна твоя подруженца? Сдохла сама, что ли? Какая она молодец. Сама убилась. Круто. Там пещера какая-то есть. Зайдем, значит, в эту пещерку. Посмотрим, что у них тут припрятано для нас. А по-моему, тут ничего нет. Это просто сквозной проход. Ну да, сквозной проход. Сюда камни нужны. Три камушка. Три камушка. Будем, значит, доставать. Так. Такие, надеюсь, подойдут. Один камушек. Кладем. Ну да, вроде подходят. Отлично. Ну, а я сюда сам встану. Ага. Интересно, успею, не успею. Есть! Успели залезть. А вот как будем вылазить? А, тут есть вот кнопка. У, я испугался, если честно. Так, что у нас тут? О, новое снаряжение. Маска каменного взгляда. Фига себе, она стрёмная, страшная какая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 40% к урону на 6 секунд при оглушении врага. Ёк-макарёк. Не, давай лучше все-таки львицу ставим. Слишком уж жуткая эта маска. Ладно, выходим отсюда. Стена осыпается. Может, мне удастся ее проломить? Что у нас тут внутри? Снова головоломки, со сферой причем. Пусть тут, короче, полежит. Я пока осмотрю здесь. Знаешь, что хочу? Взять, короче, камень. И пока нас не палят, зарядить в эту птицу. Эй, птичка! Птичка! О, крылья, смотри, вон крылья какие крутые. На пути Феникс задумалась о том, поведают ли звезды когда-нибудь и ее историю. Ладно, постреляем из лука по стариночке. И хедшот! Ой, мимо.
как обычно, в ответственный момент надо обосраться. Гермес вечно твердит, что звезды говорят о многом. Но я ничего не слышу. Почему-то я не удивлен. Чтобы забрать ту часть крыльев, нужно найти разгадку. Не ты смотришь на звезды, они на тебя. Так однажды сказала мне провидица Цивилла. Не буду говорить, что было дальше, но звезды были яркие. Тебя обокрали. Да, увы. Но я превратил ее в ягоду можжевельника, так что ночка удалась. Так, значит, тут связано что-то со звездами. О, хорошо. А, так вон они. Вот они, нарисованы где. Значит, кладем сюда сферу. Ага, и еще три сферы осталось найти, чтобы заполучить крылья. Там даже что-то написано на греческом. Что ж, пошли искать еще сферы. Тут вот что-то заперто. Возможно, нам сюда. Ага, точно, сфера есть. Для этого нам потребуется активировать вот эту штуку. И что-то еще. Огонек зажечь. А, огонек зажечь, точно. Так. Готово! Забираем. Кладем сюда, вроде как тут. Точно. Еще я наверху увидел рубильник. Посмотрим, что он активирует. Ага. Время пошло. Время для чего? Сверху... А, сверху проход. Вон оно что. Теперь понятно. Все, забрались. Ее почему-то сюда можно положить, смотри. Зачем сюда сферу класть? Зачем? О, как. Сразу две заберу, что ли? Ну, круто. Так. Одна сфера здесь. А другая сфера... Давай, хватай сферу, эй. А другая сфера вот здесь. Четко! Портал какой-то. Получена монета Харона. Ну вот они, наши нормальные крылышки. Забирай же их. Это Золотой остров. Память о величайшем успехе и величайшей ошибке. Пусть боги примут мое подношение, и я увижу тебя, Икар. Это же крылья Дедала! Должно быть, он все здесь и построил. Все эти храмы. Не могу представить, каково вот так потерять сына. Часть крыльев у меня, и сосуд Иола возвращен из Тартара. Пора встретиться с тем юношей наверху небесной башни. Ну ладно, пойдем. Что, Икар убил не я? Это все крылья Дедала! И где же Дедал теперь? Ага, молчишь. Уверен, Феникс выяснит. Когда-нибудь. Конечно, выясним. Мы же еще и эти, детективы. Крылья у нас в сумке лежат, но одеть я их пока не могу. Ну и ладно. Почти залезли наверх, осталось совсем чуть-чуть. Перепрыгнуть туда-сюда и, в принципе, все. Опа. Эй, юноша, ты... А, вон он, смотри, на краю стоит. Юноша. Я принес крылья. Ты же сказал, что тебе нужно подготовиться. Да, к твоему возвращению. Крылья у тебя? Да. Вот. Не как новые, но что сделать? Что-то новое. Сосуд у тебя? Приготовься открывать. Что это такое? Поплывычка! Думал, сбежишь от меня? Ты что, украл что-то у него? Говорю же, привычка! Дерзкий мальчишка на побегушках. Ты не заслуживаешь того, что тебе досталось. Мы победим, Тифон! Так же, как раньше! Мы? Какие еще мы? Вас больше нет! Феникс, давай!
Расправь крылья! Не могу! Тебе конец! Нам нужно в безопасное место. Что это за тварь? Тифон. Что? Тот самый? Ты ничего не знаешь. Нужно попасть в зал богов. Там поговорим. Готова лететь? Это крылья Дедала. Того самого изобретателя. И? Его сын полетел на них и разбился. Все будет в порядке. Просто не подлетай к Гелиусу и не справляй нужду в зоне турбулентности. Тогда долетишь до острова, не разбившись. Наверное. Сначала ты обокрал меня, а теперь спасаешь. Зачем? Я не особо вслушивался в то, что наболтал Оракул, но если пророчество правдиво, то ты — тот герой, который может помешать Тифону переделать мир. Но мы не знаем, обо мне ли оно. Ты постоянно пытаешься всем помочь. А может, тебе самой стоит принять чью-то помощь? Да о чем ты говоришь? Клянусь Мойрами! Как я, крылатый вестник, тебе помогу, если ты не позволяешь. Крылатого вестника помощь. Стой. Крылатый вестник? Ты? О, ты же... Гермес, люблю говорить полуправду, дурачиться и бегать вдоль моря. Ну, пойдем уже. Другим богам нужна наша помощь. Другим богам? То есть легенды правдивы? У тебя с лицом что-то? Вечно челюсть отваливается. Лети на Золотой остров. Встретимся в Зале богов. Буду ждать там. С этими словами Гермес исчез. Феникс смотрела на горы и долины Золотого острова, что был по ту сторону пролива. Долгий путь навстречу судьбе ожидал ее впереди. Стой! Это был только пролог? Неужели можно так долго начинать рассказ? Одиссей быстрее домой вернулся. Она вот-вот прыгнет. Молчи и слушай. Ну что ж, прыгать мы сейчас не будем. Это будет очень завораживающе. И ты увидишь этот прыжок в следующей серии. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк, подписываться на канал, чтобы не пропустить крутого видео следующего. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео.